Привет, всем привет с Вьетнама! Это с вами Юля и Лукьян. Вам махаю. Мы сейчас находимся в парке в центре города. Прогуляемся. Здесь очень красиво, прохладненько. Смотрите, красивые деревья. И здесь во Вьетнаме любят заниматься спортом. Смотрите, очень красиво. Там у меня где? Вон у меня ребенок сидит. Здесь по утрам бегают, вечером. Сейчас уже можно заниматься зарядкой. Очень красивые деревья. Вот. Смотрите, смотрите, какие. Вот эти вот мне очень нравятся. Красота. Прохладно. Внизу находится площадь Хошиминя. Так, площадь Хошиминя у нас называется... Лукьян сидит на камне. Площадь Хошиминя как по-вьетнамски называется? Привет. Привет. Как площадь Хошиминя по-вьетнамски как называется? Паху. Нет, как называется площадь? Вот здесь, которая, как называется? Не знаю. Ничего не знает. Все знает, но ничего не понял. Смотрите, сидит на камушке. Вот здесь она под этот парк находится на горе. Здесь красивые деревья. Вот, вот там дерево. Смотри, пойдем посмотреть. Очень красивое все. Внизу там площадь идет. Вот старое очень дерево. Пойдемте посмотрим. Лукьян, пойдем со мной, пойдем с мамой. Здесь вот эти дорожки, они такие, как беговые, по ним бегают с утра. Во Вьетнаме привыкли вставать в 5 часов утра и начинают бегать, заниматься спортом. Вечером тоже бегают, спортом занимаются. Там что-то пилят. Я ремонт какой-то делаю. Вот это старое дерево такое. Смотрите, коренное такое дерево. И вот здесь в парке любят. А вечером они на площади собираются, все включают музыку и танцуют. Гимнастикой занимаются. Вот опять пришли, опять камень. Я опять на камушку. Вот деревья. Очень красиво, прохладно. Вот они. Мама, там подборка. Я съел камушек еще. Большой. Да. Вот спортом занимаются. Спортом занимаются. И пробежка. Привет! Друзья, друзья, ну-ка, скажи чао, чао. Ой, это мой друг, он ко мне в кафе приходит. Ôm gái. Về ông có bảo không? Sao không? Rồi. Tập giúp. Hả? Tập giúp. Я говорю, спортом занимаюсь. Бай-бай! И здесь знакомых встретим. Вот так. Кафе. И тут надо с
сфотографироваться. Ой, любители фотографии. Ой, смотрите, классно как, красота какая, деревья. Так, иди. Вот какое дерево красивое. Вот она очень старая. Вот она. Все сфотографировать. Это ко мне приходят кофе пить друзья. Ой, да, везде знакомые. Ну, здесь спортом занимаются, центр города. Сейчас еще кого-нибудь встретим. Погуляем еще чуть-чуть. Сегодня у нас приятная погода, был дождик. И хорошо, скоро уже осень, уже не очень жарко, а то так надоело. Это жара, 40 градусов, кошмар. Вот такой парк. Везде холмы, везде спуски, дорожки, и тут все время бегают. Занимаются. Ну давайте, все, пока. Всем пока. Была с вами Юля с Вьетнама. Подписывайтесь на мой канал. Жизнь во Вьетнаме. Всем пока.